Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Ведерука следующая. Человек очень часто испытывает дискомфорт в толстом кишечнике. Он часто вздуется, пучит человека, бывают колики все различные, и человек ощущает чувство тепла и не может объяснить. И это тепло иногда у человека, скажем так, вызывает подозрение. У человека вкрадаются всякие мысли. Вот. При этом толстый кишечник всегда что? Побаливает. Так вот, если есть у вас, уважаемый зритель, такие симптомы, что частенько расстройство толстого кишечника, частенько он побаливает, частенько он вздуется, вот, все различные колики проявляются, тепло и не только, то через точку ВЦ3 Джунзи вы можете что? Привести в порядок работу толстой кишки. То есть можно сделать выводы, что при всех заболеваниях толстого кишечника мы точно так же можем работать с точкой ВЦ3 Джунзи. Но нам следует помнить, что толстый кишечник контролирует, то есть орган толстый кишечник контролирует множество меридианов. Практически весь желудочно-кишечный тракт контролирует все 12 меридианов. И здесь необходима диагностика 12 меридианов, дабы что? Знать, в каком состоянии вся система, которая контролирует желудочно-кишечный тракт. А толстая кишка также относится к желудочно-кишечному тракту. Так что диагностика здесь, скажем так, нужна, вот, дабы видеть картину. Но это не значит, что вы не можете с целью профилактики при всеразличных заболеваниях и расстройствах толстого кишечника не работать с точкой ВЦ3 Джунзи. Вы должны с ней периодически работать и оказывать на нее внимание через прогревание, через воздействие, через массаж и так далее и тому подобное. И вы приведете ваш толстый кишечник в норму. Спасибо за внимание.